Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня мне пришла посылочка от анонимного Деда Мороза. Боюсь ошибиться, потому что неразборчиво написано. Курза Виталий Евгеньевич. Мой анонимный Дед Мороз. А теперь поподробнее хочу рассказать. Для всех известный есть такой сайт, форум Коробка.ру, на котором собирается сообщество моделистов. И вот там уже на протяжении 5-6 лет проходит отличная акция анонимных Дедов Морозов. То есть люди посылают подарки друг другу, регистрируются в этой акции, ну и хотят порадовать своих коллег по хобби разнообразными подарками. Вот и мне сегодня пришла такая радость. И мы вскроем пакетик и посмотрим, что прислал мне уважаемый Дед Мороз. Посылочка завесила на 1,5 килограмма. Вот. Ну, сейчас вскроем и посмотрим. Я надеюсь и думаю, что каждый с нашего модельного сообщества, коллега, ждет этого долгожданного момента, когда придет подарок, чтобы его вскрыть и посмотреть. Ну, вот такая вот упаковочка, килограммовая конфет фирмы Рошен, бешеная пчелка, мои дети любят очень. И вот такая замечательная коробочка от фирмы ICM, Хорх 108, стентовой крышей. Вот, обзор коробочки увидите на канале, так как у меня такой модели еще нету. Обзор будет, если кого-то заинтересует. И открыточка, подписанная самим Дедом Морозом, с наилучшими пожеланиями, анонимные Деды Морозы 2016. Все, спасибо большое. Дедушка, ты очень меня порадовал. Такой коробочки у меня нету. Конфетки тоже, кстати. Спасибо, всех благ. И вы, друзья, кто еще не зарегистрирован на сайте Коробка, регистрируйтесь. И в следующем году сможете участвовать в такой вот замечательной акции по обмену подарками. Я, кстати, сегодня своему внучку тоже отправил подарочек. Все, друзья, спасибо за просмотры. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Всех благ вам и вашим близким. С Рождеством и Новым годом, друзья!